У жителей Ленинского района появилась возможность, не выезжая за пределы муниципалитета, получить высокопрофессиональную помощь по первичной и вторичной профилактике сахарного диабета. Район посетили врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Несколько недель специалисты центральной поликлиники готовились к приезду коллег, оповещали своих пациентов, страдающих диабетом, о предстоящем обследовании. Выявляют осложнения на глазах, диабетическую ретинопатию, диабетическую нефропатию, почки поражаются, сердце, сердечно-сосудистый риск, это выявление больных, у которых и гипертония, и липиды, и выявление ранних стадий диабетической стопы, когда нарушения происходят сосудов на ног. Одна часть кабинетов Моники расположилась в здании поликлиники. Здесь установили оборудование для обследования сердца и почек, а также высокотехнологичную лабораторию, где проверяют кровь пациентов на сахар. Другая часть специалистов работает в передвижном модуле. Он находится на улице рядом с медицинским учреждением. Хирург, офтальмолог и эндокринолог – врачи, которых здесь можно посетить. Большая очередь больных диабетом на проверку зрения. Необходимо проверять зрение, и мало того, что проверять зрение, надо обязательно контролировать, смотреть глазное дно, диабетику обязательно, хотя бы два раза в год. Потому что осложнения, которые диабет дает, они сказываются очень на глазном дне. И мы, как офтальмологи, должны вместе работать с эндокринологами и наблюдать это все в одной команде, скажем так. В основном обследованием заинтересовались больные диабетом, которые страдают этим заболеванием давно. Однако пройти врачей могут все желающие. Специалисты помогут определить, есть ли риск возникновения повышенного сахара, и проконсультируют о мерах профилактики. Те же, кто о своем недуге знает достаточно, очень рады возможности посетить передвижной медицинский модуль Моники. Не все в состоянии доехать до проспекта Мира. Кто-то в возрасте, кто-то по состоянию здоровья. Здесь сразу все специалисты, которые нужны. И из клиники специалисты, не специалисты из нашей поликлиники, которые больше выполняют функциональную работу, выписка рецептов. А все-таки... Вам было полезно это, да? Да. Рекомендации врачей, вы выслушаете какие-то, вот, очень полезно. Медицинский модуль будет работать до 15 ноября, кроме субботы, воскресенья, с 8 утра и до последнего пациента. Направление же можно получить в районной поликлинике с 8 до 10 утра. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.